Давайте продолжим наш разговор на тему откровения и пойдем дальше. И я искренне полагаю, что то, что мы сейчас с вами будем говорить, поможет многое прояснить, более чем все то, что мы говорили до этого. И станет понятно, зачем мы все это рисовали на доске, пытались дать определение этому. Да потому что есть разные формы откровения. Если говорить о разных формах откровения, то для одних форм что-то применимо, что-то истинно, а что-то нет. Что ж, давайте начнем наш разговор о формах откровения. И начнем мы с разговора об основных отличиях. И существуют две большие категории откровения. И эти категории называют общим откровением, с одной стороны, и частным откровением. Иногда богословы называют эти категории естественным откровением. Понятно, что речь идет о общем откровении. И сверхъестественным, когда речь идет о частном откровении. Иногда богословы используют термины первоначальное откровение, и опять же здесь подразумевается общее откровение, или естественное. И также они говорят о сотерологическом откровении. И здесь также подразумевается частное или сверхъестественное откровение. Вот так по-разному обозначается это отличие. И различие существует вне зависимости, как вы его сформулируете. Потому что различие делается главным образом на основании того, каким образом откровение сообщается человеку. Также оно основывается на природе информации, которая сообщается. Первоначальное откровение не включает в себя весть о спасении, а сотерологическое откровение включает в себя истину о спасении. Итак, посмотрите на пункт В. Здесь говорится, что две эти категории можно отличать следующим образом. И я бы хотел сейчас сделать вот что. Прочесть вам цитату из систематического богословия Луиса Бергхофа. И я попрошу вас послушать. И после того, как я закончу читать, мы вернемся и постараемся переосмыслить и кратко записать основные пункты. А сейчас пока послушайте, что он пишет. Вот что говорит Бергхоф. «Общее откровение основывается на творении, обращается к человеку, взывая к его человеческой сущности и говоря более конкретно к его разуму. И цель этого откровения — достижение целей, для которых человек был сотворен, знать Бога и наслаждаться общением с Ним. Частное или специальное откровение основывается на искупительном замысле Бога, обращается к человеку как грешнику, может быть принято и понято лишь верой и служит для конечного достижения тех целей, для которых человек был сотворен, несмотря на искажения, внесенные грехопадением. Итак, здесь показаны основные различия. Как же нам об этом сказать еще более конкретно? Что ж, я думаю, мы можем сказать, что естественное откровение доступно всем людям во все времена, во всех культурах. Оно доступно в сотворенном мире, в котором мы живем. Вы можете узнать или приобрести это откровение, используя собственный разум, а также органы чувств, которые есть у каждого человека, по мере того, как вы соприкасаетесь с миром, в котором живете. И нам, по всей видимости, нужно также сказать, что естественное откровение
не содержит информации о том, как следует спастись. Другими словами, в естественном откровении нет Евангелия. С другой стороны, сверхъестественное или специальное откровение не может быть познано лишь простым рассмотрением, изучением сотворенного мира, в котором мы живем. Это не то, что можно понять, к чему можно прийти, используя лишь собственный разум и только его. Это то, что дается Богом, и для того, чтобы понять его, необходимо, чтобы Бог озарил ваш разум. И сверхъестественное или специальное откровение включает в себя Евангелие. В нем мы узнаем средства для решения нашей проблемы греха. Что ж, позвольте мне остановиться и спросить, есть ли у вас какие-либо вопросы? Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Да, пожалуйста. Вот вы сказали о том, что общее откровение основывается на творении. Но как же про откровение в истории? Нет, также он имел в виду, что это подразумевает Божью руку в истории. Говоря о том, что это откровение основывается на творении, Берхов хотел сказать вот что. Это то, что доступно каждому. И вы можете узнать о нем, соприкасаясь с миром, который вокруг вас. И не только с сотворенным миром вокруг, но также и изучая те события, которые происходят. На основании этого также можно прийти к выводу о том, что Бог существует. И никто не говорит о том, что при этом не стоит прибегать к помощи разума при попытке понять общее откровение. Суть вот в чем. Неважно, сколько бы вы рассуждали о вашей нужде в спасении, вы никогда не сможете, основываясь лишь на одном рассуждении, прийти к осознанию того, что необходимо сделать, чтобы спастись. Эта информация должна прийти от Бога. Но когда она приходит, то необходимо задействовать разум, чтобы понять, что Бог говорит. Но кроме этого, нужно и действие Духа Святого, который бы убедил вас в том, что это истина, то, что Бог сказал, и побудил бы вашу волю принять эту истину, принять Христа как своего Спасителя. Поэтому это очень хорошее замечание, которое вы сделали. Особое откровение не исключает полностью использование разума. Речь идет о том, что разум не источник знания в специальном откровении. И естественное откровение также не означает, что Бог совсем бездействует. Бог действует. Он сотворил этот мир. Вы можете увидеть Его руку в истории. И кроме того, хотя мы используем разум, чтобы понять, что происходит, и сделать определенные выводы о том, что есть в этом мире, и как это свидетельствует о Боге, все это само по себе не обязательно повлечет нас к поискам Бога, если только не вмешается Дух Святой, и мы начнем прислушиваться к голосу Духа Святого в своей жизни. Мы на основании собственных рассуждений можем приходить к выводу, что да, к
кто-то всемогущий должен существовать, кто сотворил весь этот мир вокруг нас. Мы можем сказать, что ж, это интересно, но на этом стоит остановиться и не попытаться пойти дальше, а просто продолжать жить, как и жил раньше. Что ж, как и общее, так и специальное откровение включает как и Божье действие, так и работу нашего разума, но по-разному. Хороший вопрос. Может, скорее, этот вопрос более уместен в курсе «Теология 2»? Но что вот касается естественного откровения, вы сказали о том, что оно доступно всем людям во все времена. Но что же тогда специальное или частное откровение имеет какие-то ограничения? Позвольте мне вот что сказать в ответ на этот вопрос, потому что мы еще вернемся к тому, о чем вы говорите. Не у каждого человека есть под рукой Библия. Мы говорим о тех, кто когда-либо жил. И дело не в том, что было время, когда еще не было печатного станка, и он еще не был изобретен. Даже в тех местах, где Библия была доступна до печатного станка, она была доступна далеко не всем, и не все могли ее прочесть. В то время большинство людей вообще не умело читать. Но так как только некоторые люди имеют доступ к специальному откровению, то как другие люди, у которых нет этого доступа, могут быть ответственны? И если Писание говорит о том, что люди неизвинительны перед Богом, то есть они виновны, если они не возлагают свое упование на Бога, то тогда вопрос: неужели это справедливо, ведь они не слышали Евангелия? И тогда сопутствующий вопрос: ну а как они могут услышать Евангелие, если нету миссионеров, или у них никогда не было под рукой Библии, или какой-то другой формы специального откровения? И вы абсолютно правы. Это очень важный вопрос при изучении доктрины о спасении, но это также важно при изучении доктрины о Писании. И мы обязательно к этому вернемся, когда начнем разбирать специальное откровение. А еще вопрос. Эриксон также указывает на то, что естественное откровение включает в себя общую историю, а также совесть человека. А Берков, он не упоминает об этом. Но Берков говорит лишь об общих отличиях между общим и специальным откровением. А вы говорите, и говорите совершенно справедливо, о чем мы будем говорить в следующем пункте. Общее откровение, оно приходит в разных формах. И вскоре мы будем говорить о том, о чем пишет Эриксон. Но прежде чем мы перейдем к разговору о формах общего откровения и как они отличаются от форм специального откровения, мы должны знать об различиях между общим и специальным откровением. Но мы к этому придем. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.